28 апреля 2022 года, примерно 8 часов 50 минут, водитель автомобиля Audi A4 проезжает пешеходный переход, совершил наезд на несовершеннолетнего 2014 года рождения ребенка. Ребенок с травмой доставлен в ЦГБ города Советск. По данному происшествию ГИБДД НОВГ России Советской проводит. Рядом. Ну, может, вот так, я сейчас точно не знаю. Где-то вот с края они стояли. Одна девочка стояла практически спиной, получается. Они что-то бурно обсуждали. Две девчонки стояли повернутые туда. Поэтому я когда ехала, я прекрасно понимала, что переходить они не собираются. Мне показалось, что я уже практически проехала. И такое ощущение, что толкнули ребенка, и он вскользь, получается, задел машину. Естественно, девочка закричала, я сама испугалась.